Пагода of Light, что можно перевести как «Пагода света». Так называется книга, недавно изданная в Канаде. В ее основе реальные судьбы людей, которые подверглись репрессиям в современном Китае. Эта книга – подлинная история жизни семьи Бай из Китая. В ней описывается то, как их приверженность истине противопоставила их семью коммунистической партии. Авторы книги – супруги Юаньмэнь и Луньту. С семьей Бай они были знакомы лично. По мнению авторов, книга дает читателю реалистичные представления о красоте системы духовного совершенствования Фалуньгун и о жестокой действительности современного Китая. По данным правозащитных организаций, китайский коммунистический режим уже 10 лет жестоко преследует последователей Фалуньгун. Супруги-авторы отмечают, что печальный опыт семьи Бай – лишь один из тысяч себе подобных. Юаньмэн, соавтор книги, сейчас живет в Канаде. Архитектор, выпускница Торонтского университета. Но и у нее самой не всегда все складывается. Так благополучно. В свое время ей сломали позвоночник, а все тело распухло в результате неестественного способа кормления, которому ее подвергли. Говорит, такой личный опыт помог ей написать эту книгу. Я также пережила нечто подобное, описанному в этой книге. Меня также, как Бай Шаохуа, заключили в пекинский трудовой лагерь. С нами обращались очень похожим образом. Все это помогло мне понять позиции различных людей и причины того, почему такое происходит. Таким образом, я вложила чувства от пережитого в трудовом лагере в эту книгу. Книга рассчитана на широкий круг читателей и на 240 страницах рассказывает о том, что переживают люди, которые непосредственно подвергаются преследованию за свою веру. Это трагическая история, в которой кто-то, кто просто старается следовать своим духовным нормам, сталкивается с преследованием и, проходя через все это, демонстрирует большое мужество. В некотором смысле это воодушевляет, но это также и очень грустная история. Я читал похожую книгу только о Второй мировой войне. Мне, можно сказать, понравилось и хотелось найти версию об Азии. Пока книга «Pagoda of Light» доступна только на английском языке. Эта книга недаром вышла в свет именно в эти дни. 20 июля исполняется ровно 10 лет с того момента, как китайский коммунистический режим начал преследовать тех, кто занимается фалуньгун.